Забинфо.ру. Первый информационный сайт Забайкальского края. Сегодня у нас долгожданный праздник. Жители нашего села с нетерпением ждали, когда откроются двери нового дома культуры, и в него войдут музыка и танцы, стихи и песни, досуг и творчество. Войдут люди, которые умеют трудиться, которые достойны иметь такой прекрасный дом культуры, настоящий дворец. Уважаемые гости, я приехал разделить с вами радость открытия клуба. Этот клуб был первый в губернаторской программе поддержки строительства клубов в малых селах. Первым он был потому, что городу Нерчинску и Нерчинскому району губернатор уделяет особое внимание. И в рамках большой программы возрождения города Нерчинска обязательно присутствует и села, которые входят в Нерчинский район. И клуб в селе Илим был первым в списке 10 клубов, которые должны были построить. Он получился чуть больше, чем планировался. Это благодаря уже вашему главе и общественности. Получился он очень красивый, изнутри даже красивее, чем снаружи, я бы сказал. И желаю, чтобы вы его сохранили, и чтобы здесь всегда были дети, взрослые. Клуб очень нужен детям. Клуб – это центр культуры на селе. Так что я вас поздравляю. Рад. Вам нынче исполнилось 235 лет. И считаю, что это от всего края вам тоже подарок, так сказать. Те традиции, которые у вас на сегодняшний день сохранились, они сохранялись и в дальнейшем. Спасибо вам, что вы есть, что пришли сегодня сюда. Всего вам доброго. Дорогие друзья, до новых встреч! Мы желаем